К середине 2023 года в Мирном появится новый аэропорт. Он будет находиться рядом с ныне действующим. Дорогу к нему также придется строить новую, и начинаться она будет от Чернышевской трассы, проходя между производственными строениями. Все бы ничего, но выглядит данная территория удручающе. Разбитое шоссе, покосившиеся здания и заборы. Что с этим делать и как благоустроить новые въездные ворота в город, обсуждали будущие строители, городские и районные власти. Главный архитектор предлагает закрыть все неказистые строения специальными экранами, ограждениями и лесопосадками. Начинать работу уже надо с этого года, так как времени остается немного, пока не достроят новый аэропорт. Больше всего времени займет переписка с собственниками строений, чтобы они также подключались к решению проблемы. Более 18 собственников на этой территории находятся. Мы, конечно, город будет обращаться к ним, и мы, как районная власть, по приведению в порядок закрепленной за ними территории, зданий, сооружений. Ну и необходимо будет отработать с руководством республиканской автодороги «Вилюй». А шоссе Чернышевское – это часть республиканской автодороги «Вилюй», которая связывает Удачный с Мирным и Ленском, по тому, чтобы привести тоже в соответствие.